посмотреть на мусор приглашает Абаканская картинная галерея. Там впервые открылась экологическая выставка. И началась она с перформанса, который призван показать полное равнодушие современного человека к природе. Столько пакетов и пластика в галерее еще не разбрасывали. И не менее красноречивы представлены фотографии и инсталляции. Через них автор выставки, фотограф Анжелика Михельсон, хочет показать свою боль за чистоту Хакасии и планеты в целом. Выставка будет проходить до 3 июля. Я хотела бы, чтобы эту выставку посетили жители нашего города, нашей республики. Особенно хочется сделать акцент на подрастающее поколение. Я думаю, что нужно продолжать эту тему. Вот. На следующий год я думаю, что придумаю что-то еще. У меня есть уже идеи.